Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Татьяна Васильевна Смирнова, я являюсь специалистом компании МБА «Финансы». Будьте добры, подскажите, пожалуйста, а вы Кузнецов Дмитрий Евгеньевич? Совершенно верно. Верно. А я смотрю, что мы уже с вами связывались, так? По поводу Ханты-Мансийского банка открытия. Там дело задолженности. Ну, и что же вас заставило еще раз со мной связаться? Ну, да как это не сказалось? Кредит реструктуризирован, задолженность у вас есть, а вы отрицаете ее постоянно. А банк совершенно другую информацию предоставляет. Ну, не, я рад, я констатирую свою радость. Чем же вы подкрепите свои слова? Нужно доказательство уже какое-то. Какие слова я вам должен подкреплять? Ну, вы отрицаете постоянно наличие долга, я же вам говорю. Что за глупости? Ничего я не отрицаю. Папа, чего вы там, такой, ваши там коллеги пишут? Они еще и неграмотные у вас, да? Долго, потом уклоняетесь постоянно. Ну да, а что такого-то? Я вам могу говорить все, что мне в душе вообще созреет. Ну вы кто такие? Так вы говорите все, что угодно, вы главное идите платите. А с чему это главное? Для меня главное моя семья, ребенок, моя работа. И... А почему вы решили, что они чужие? А чьи они банка? Да ладно, у банка нету денег. Деньги банк берет в Центробанке, а Центробанк... Вы же брали в банке, правильно? Ну а банк где взял? Причем где взял банк? Ну только вот где? Давайте развивать мысли, я вас научу, подруга моя. Да вам много чего надо знать, чтобы в жизни определиться, дорогуша. Да не буду, ну мне время на тебя тратить, еще учить тебя. А ты же меня что пытаешься учить, а? Ты меня что пытаешься учить? Вроде бы должен быть мудрый человек, да, тут точно ты угадала. А ты вот что звонишь? Вот ты сотрудник колл-центра фирмы «Попрошаек». Какая еще субординация? У тебя какие погоны? Как это какая? Ну какие у тебя погоны? Меня зовут Татьяна Васильевна, я позвонила. Ну ты мощный сотрудник, телефонный попрошайка. По сравнению со мной ты никто. У меня звание подполковник в отставке. И что теперь? А вы злостно не платили. Как это так? Да ну ладно. С чего ты взяла, что я злостный? Я обыкновенный. Полтора года у вас нет оплаты. Так а ты здесь при чем со своим вот этим сраным МБА финансом? А ты здесь при чем? Вам объясняли неоднократно, вы, видимо, не понимаете. Да я пойму, когда документы от банка увижу, что МБА финансу делегировано право взыскания долга. Мы не выкупали. Ну а что вы звоните, раз вы не выкупали? Что вам надо? Ну позвони, если у тебя агентский договор. Напомни. Слушать, понимаете? Ну, давай я тебя послушаю, давай. Я вам случайно сказала, позвонила, для того, что у вас есть долг, а не для того, что потребуют на наш расчетный счет. И что теперь? Ну, ты же получишь проценты, если ты с жертвы с какой-нибудь выколупаешь копеечку. Ты же проценты получишь, вот твое рвение объяснимо. От меня ты ни хрена не получишь. А что ж ты тогда так рвешь себя, а? Как на этой дурной работе. Организация какой-то, я понять не могу. Как я директором организации являюсь? Очень успешно. 12 лет в подчинении, очень много людей. Как? Тебе никогда не понять, потому что ты телефонный попрошайка. Тебе никогда быть не то, что директором. Вы не понимаете, вы же не умеете рассуждать нормально. Почему это ты так решила? Еще и кредит такой. Как это, ты зайди в YouTube, посмотри, какие отзывы про вас и про меня. Так, мне кажется, с вами бесполезно разговаривать. Правильно тебе кажется. А что, до сих пор не сообразили? Вы не умеете, уклоняйтесь. Давай я тебя послушаю. Звонить вам будут все равно каждый день. Да, отлично. Слушай, я уже в YouTube зарабатываю тысячи.